guy. Duh. Всем привет, мои дорогие друзья, мои лисята, и в этом видео вы узнаете, что такое школота. На ютубе про Wildcraft таких видео про школоту нет. Есть про одни игрушки и Little Pet Shop. Кто знает, ставьте лайк. Кстати, у меня есть канал про Little Pet Shop, поэтому если вас заинтересовало, то заходите по ссылочке в описании. Да, я сделаю ссылочку в описании, я обычно так никогда не делала. Ну ладно, приступим. Так, и первое видео — это моя подруга. Видео моей подруги. Пожалуйста, Элин, не обижайся. Что можно сразу же заметить, это посторонний шум, который мешает смотреть нормальное видео. Тоже сразу же бросается в глаза, это то, что у видео нет ни обложки и даже элементарного названия. Если видео «Посторонний шум» не убран, это означает, что видео монтажа вообще нет и им даже и не пахнет. Второе же видео будет на канале «Калифорния». Сори, если ник неправильно прочитала. И всем привет, ребята! Я вас хотела предупредить, что если мы наберем до конца лета 160
Я буду выпускать не только Wildcraft, но и другие игры. И я хотела сказать спасибо за 20 ресят, я вам очень благодарна. Ну и, может быть, мне снимать видео с лицом, ой, то есть не с лицом, а с голосом. Я лицо покажу свое, но когда, короче, будет 500 подписчиков, так что жмите на кнопочку подписаться, если вам оно это надо. И да, я показываю свой голос на 20-30, это не на 200 и не на 100, но потому что мой голос уже почти все слышали, мои подписчики, кто тут только недавно, тогда они не слышали. Если вам интересно мое лицо увидеть, тогда подписывайтесь на канал, на 100 подписчиков, я покажу свое лицо. И, кстати, да, видео будут выходить намного чаще, наверное, по 2 видео в день. Ребятки, если я не выпускаю видео, это не значит, что мне лень, что я ленивая жопка. Это значит, что, типа, я заболела, да, ребят, такое бывает у всех в жизни. Так что вот, не выпускаю видео, так что вот. Не выпускается долго видео, я приболела. Не потому, что я ленивая жопка, а потому, что я приболела. Сколько я тут раз уже сказала. Короче, пишите в комментариях, если вам оно надо, чтобы я снимала видео с голосом. Да уж. Ну, давайте с вами прощаться. Это все были новости. Спасибо еще раз за 20-60. Я вам очень благодарна. Ну, а вы были на новостях Калифорнии. Всем удачи. Всем пока. Особо не к чему придраться, но все-таки есть 2 минуса, и я их заметила. Нет, вы, конечно, можете начинать бомбить, вот ты плохая тетя Мотя, зачем судить видео по обложке? Ну, я все, конечно, понимаю, но можно ведь просто спокойно посмотреть на ютубе видео, как поставить обложку на видео, это же легко и просто. Ведь наоборот, обложки привлекают внимание. Второй минус заключается в том, что, блин, лишние слова, ё-моё, зачем лишние слова? Люди, вам не кажется, что девочка перегнула? Все же слышали момент, где она сказала 5-ю точку, блин, я понимаю, что это для прикола, но, блин, девочка, мне кажется, перегнула палку. Еще было лишним то, что девочка сказала про болезни. Во-первых, многим людям и так сейчас тяжело насчет этих болезней, блин, особенно с коронавирусом. А во-вторых, зачем это вообще говорить, если люди и так знают, что блогер, он может не снять видео из-за того, что он болеет. Ну, на этом все, мои дорогие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!